Южно-Казахстанскую область с рабочим визитом посетил заместитель премьер-министра Казахстана, министр сельского хозяйства Умерзак Шукеев. Он встретился с местными фермерами, выслушал их проблемы и предложения, касающиеся развития агропромышленного сектора, выделения субсидий и мер господдержки, а также рассказал о необходимости развития перерабатывающих производств. В частности, вице-премьер подчеркнул, что субсидии теперь будут выделять фермерским хозяйствам, которые внедряют новые технологии. Именно поэтому он посетил роботизированную молочно-товарную ферму, где в сутки производят порядка 8 тонн молока. Затем его перерабатывают на собственном молзаводе. По словам Завача, на предприятии в смену выпускают около 50 тонн молочной продукции. К слову, фермеры Юга ежегодно производят 726 тысяч тонн молока. Мощность нашего завода 80 тонн в сутки. Мы производим из натурального молока творог, сметану, йогурты. Готовую продукцию реализуем в Шымкенте, Кызылорде. На следующей неделе начнем поставки в Алматы и Жамбылскую область. Пока перерабатываем свое молоко, это порядка 8 тонн. Недостающие объемы закупаем у населения. В этом году планируем увеличить производство молока в 2 раза. А значит, перерабатывать тоже будем больше.